Добрый день, мои дорогие любимые. Покажу вам хризантемы. Ой, какие шикарные. Какие букеты шикарные. Посмотрите, какая красота. Какие хризантемы. Ой, букетики тоже покажу. Очень красивые. Еще раз хочу с вами поздороваться. Добрый день, мои дорогие любимые, родные. Хотела показать вам. Так, машина пусть проедет. Посмотрите, как здесь красиво, да? То я все проезжаю, все смотрю, наглядеться не могу. Покажу вам немножко собор. Желтеет потихонечку деревья. Ну что делать, осень. Так тепло, так хорошо. Такая погода шикарная. 27 на телефоне у меня. Или 26, или 27, уже точно не помню. Прямо очень теплая осень. Дай бог, чтобы так и было весь октябрь хотя бы. Кто как одет. Кто с коротким рукавом, кто с длинным. Я только вышла. Вот уже сколько? Час, наверное, час дня. Немножко дома. Была там, дела поделала, позагружала. Там женщина пишет, показывайте только природу. Не показывайте. О, невеста, вот. А я иду, думаю, что так много людей. Не показывайте все эти протесты и все. Но вы видите, кто смотрит природу и сколько человек смотрит те же протесты. Я показываю свой город. Одной природой сыт не будешь, как говорится. Вот так я скажу. А дальше додумывайте сами. Мне тоже хочется, наверное. Дальше вот подумайте, что мне хочется. Сегодня пятница. Фотографируется. Фотосессия. Все такие красивые, красивые. Красивая тоже невеста. Ладно, идем дальше. Я иду на площадь. Так что вот так я вам скажу. Я больше продолжать не буду, но вы должны сами подумать. Так, завтра вроде бы, не знаю, там дождь будет, не будет. В воскресенье, наверное, точно будет. Так что завтра я выйду обязательно с утра, пораньше. У меня так день. Позже, день рано. Выйду, покажу вам день вина. Так что смотрите, кто природу смотрит? Пару человек? Ну вот, так делайте дальше выводы сами. Ой, такой ветер сильный, будет, наверное, задувать. Уже туда, в будущем, куплю микрофон. Или какую-то вот эту штучку есть, да? Ну, микрофон, да, который так вот не слышно этого ветра, не задувает. Так что все будет постепенно. Сейчас выйдем, посмотрим, что там на площади. День вина, как обычно, каждый год. Я редко тоже выходила на день вина, практически и не выходила. Потому что всегда такая была плохая погода. Тоже то дождь лил. И этот каждый год так, как я по себе помню. Я не помню, чтобы на день вина прямо такая была шикарная погода. Два дня, я имею в виду, субботу и воскресенье. Опять сцена, вот я вчера вам показала. Сколько просмотров там я показала? Сколько просмотров? 100 просмотров, ну и... И дальше ничего. 100 человек только посмотрело, я показала вот. Кто просил? Площадь. Покажи площадь. Покажи площадь. Уже там за каждый божий день писали. Покажи площадь. Я показала. А зачем мне это видео? 100 просмотров. Я могу его и удалить, оно как бы вообще и не нужное.
с этими 100 просмотрами. Монетизация ноль. Так для чего вот это? Я... Это все. Так что я не буду вот это продолжать и на кого-то накидываться. Сами додумайтесь, подумайте сами, почему я показываю. Зио националы, националы винулы. Так, полиция. Сегодня опять делегейшн. Все, а я иду вправо. Мне надо туда. В 2 часа я иду вот опять на суд. Вроде бы как Гуцул сегодня. Я вам показываю, чтобы вы хотя бы видели и хотя бы послушали, о чем люди говорят. Если вам это не интересно, ну извините. Другое я не могу ничего показать, кроме города. Я же еще раз говорю, только город. Я никуда не выезжаю. Из города никуда. Так что вот так. Вот такая обстановка сейчас на данный момент. Все готовятся на завтра. Так что приходите на день вина. Может, с кем-то встретимся. Вот кто-то будет. Кто-то меня узнает, может быть. Так что приходите, кто из города. Вдруг встретимся так. Кофе попьем. Так что все нормально. Очень тепло. Прямо на солнце. Хотя оно прячется за тучки, но очень тепло. Троллейбусы забиты, естественно. Поэтому я и вышла чуть раньше, чтобы немножко снять так. Площадь показать вам. Так что все хорошо, всем отличного настроения, с праздниками вас и меня. Жизнь продолжается. Все, всем пока-пока. Иду я дальше. До встречи. Ой, полиция, посмотрите, сколько полиции. Все, пока-пока, мои дорогие, любимые, родные. Вот посмотрите, как стал, да? Все, пока-пока.